Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А был такой вопрос, какие аптечные простые средства у вас есть и что вы считаете более-менее недорогим, очень полезным, нужным, как применять, ну и все такое прочее. Вы знаете, у меня много таких средств, которые там 3 копейки стоят. Но я их использую наружно и также в кремы, во всякие болтушки и прочие средства для лица, не только для себя, но и для своих приятельниц, которые меня просят помочь, потому что у многих моих приятельниц детки уже подростки, как и у меня. Не то что подростки, уже юноши, девушки и так дальше. Итак, первое, я расскажу сейчас об одном. Я считаю, что это прекрасный антисептик. В вашей аптечке всегда должен быть. Это борной кислоты раствор спиртовый, 3%. Стоит он буквально 3 копейки. Вот 2 гривны 91 копейка. Пожалуйста, 3 гривны. Считайте, что 3 копейки. Это вообще копеечное средство и очень полезно. Зачем он нужен? Это вещество уже очень давно используется в традиционной медицине. Как антибактериальное свойство имеет. И борный спирт, как его еще называют, например, от прыщей. Он вообще антисептик, не только от прыщей. Он быстро проникает через слизистые, очень быстро проникает. И накапливается в тканях и органах. Выводится данное средство из организма очень медленно. И поэтому с ним нужно быть осторожно. Это обязательно нужно знать. Он к тому же обладает токсичными свойствами. То есть вы должны знать, что яды накапливаются. Потому что если беспредельно использовать его, то можно и навредить. Борный спирт нельзя использовать на постоянной основе. При правильном применении это вещество позволяет достаточно быстро снять воспалительный процесс. И очень хорошо подсушивают ранки, прыщики, гнынички и так далее. В медицинской практике борный спирт используют при дерматитах, отитах, опрелостях, экземе, гнойных процессах на коже. Кстати, дерматологи очень рекомендуют иметь борный спирт в аптечке. Например, у моей мамочки, она врач-дерматолог была, всегда борный спирт был. При правильном применении это вещество позволяет достаточно быстро, скажем так, откорректировать, очистить наше лицо. Даже можно сделать очень эффективный лосьончик, добавив несколько капель в водичку, в простую водичку кипяченую. Вот этот спиртовый 3%. Раствор борной кислоты. Его называют или борный спирт, или кислота борная. Хотя это 3% раствор спиртовой борной кислоты. Вот так он называется. Концентрация бывает от 0,5 до 3%. Вот 3% можно разводить. Еще противопоказания. Но там нельзя обрабатывать борным спиртом большие площади. То есть, если вы наносите четко на прыщ. Вот, например, у вас прыщик вот здесь, именно точечно. Это называется точечно. Не растираем по всему лицу, не обрабатываем ваточкой лицо, нет. А вот если где-то какая-то проблемка, прямо точечно наносим. И все.
потому что сухость сушит, очень сушит. А кожу пересушивать нельзя, она истончается, она становится тоненькой. Вот поэтому нельзя. И часто применять поэтому нельзя. Чтобы не было также токсических реакций, то есть там тошнота, рвота, головная боль, если вы много используете. Что еще можно сказать? Не стоит протирать шею, потому что там тоже скажем так, тоненькая прослойка кожи и может также нанести вред, даже одышка может появиться. Поэтому только точечно на то место, где у вас прыщик или воспаление, или гнойная ранка, или дерматит и так далее. Вообще обработку производить нужно, смочив в средстве ватный тампон или ватную палочку. И я вам посоветую разводить вот 3-процентный вот этот спирт, его разводить водой в пропорции 1:1. Это лучше записать. Вот тогда все будет нормально. Возьмете ватный тампончик или ватную палочку, лучше всего ватной палочкой, и нанесете 2 раза в день, не больше. И срок лечения не более 2 недель. Об этом нужно помнить. А теперь, если вы не знаете мои масочки, о которых я рассказывала, болтушки, называются болтушки, такие средства от самых тяжелых форм гнойников, акне, воспалений и прыщей. Я говорила, очень просто все делать. Можно взять, посмотрите, у меня есть видео, но я на всякий случай, кто не видел то видео, скажу. Возьмите 50 миллилитров борного спирта и салицилового. Я рассказывала девочкам, как делать самую простую болтушку. Смешайте в одном пузырьке и 10 измельченных таблеток возьмите левомицетина. Это если у вас совсем просто никуда запущенное лицо. И вот обрабатывайте проблемные зоны 2 раза в день. Это если, еще раз говорю, очень запущено, потому что письма такие приходят. Я вот собрала 4 письма, таких, где написано, что очень запущено, большие проблемы. И решила посвятить серию своих видео именно этой проблемке. Девочкам надо следить за своим личиком. И еще тоже, когда по 50 миллилитров борного и салицилового спирта, и можно добавить 7 грамм стриптоцита и серы. Все это есть в аптеке. Таблеточку берем, но только 7 грамм стриптоцита. И серы. Возьмите серу, в аптеке тоже продают. Все это смешайте хорошенечко. Все, прекрасная болтушка. Обработайте кожу, именно точечно наносите и оставьте. Обычно это делаем вечером. Через 20 минут на это место, тут уже высохнет, нанесите увлажняющее какое-то средство или крем. И все. Хороший крем. Смывать не надо. И все. В общем-то, это все, что я хотела вам рассказать о самом простом средстве. Вот эти 2 средства в аптечке всегда должно быть. Салициловая кислота и борный спирт. Вы теперь о нем знаете. Борная кислота называют борный спирт 3-процентный, если то разводим. А 0,5% тут хотите разводить, хотите нет. Всегда все посоветуйтесь с врачом, с дерматологом, она вам скажет. Ну а я люблю вас, будьте благословенны. И, конечно же, пусть у вас личико будет аккуратненькое, чистенькое и красивое. Не забывайте, перед нанесением всегда лицо нужно тщательно промыть. Лицо всегда должно быть чистое, а лучше всего еще и пропаренное, потому что это как своеобразная маска, которую вы наносите не на все лицо, а лишь только точечно на определенные
места. Это подробно о борной кислоте. Пока-пока. Я люблю вас.